Ольга Шишова с мужем и дочкой в очередной раз пришли в театр кукол. Малышке нет еще и 2 лет, но спектакли она очень любит. В этот раз получился подарок для всей семьи ко Дню защиты детей. Она меня очень любит, она с года смотрит все это целиком, все спектакли. Не уходим до конца. Увлекает. Для детей это хорошо. Они общаются все вместе, и праздники для родителей, для детей получаются совместными. Малышам и их родителям бесплатно представили спектакль «Буратино» или «Тайна волшебной комнаты» по повести Алексея Толстого. Давай-ка я поправлю тебе шапочку. Сиди здесь и никуда не уходи, а я скоро вернусь. Постановка предлагает детям задуматься о том, что такое счастье, и дает подсказку, что, возможно, самое большое счастье в жизни – приносить радость людям. Здорово, когда есть куда прийти, где можно отдохнуть, где можно повеселиться и получить большое удовольствие. Общение нужно людям. И самое главное, наверное, в наше время вот такой праздничный день нужен, чтобы вспомнить о проблемах, вспомнить о том, что дети нуждаются все равно в особом отношении к себе. На постановку получили билеты 246 детей, в том числе ребята с особенностями здоровья и дети из малообеспеченных семей и семей военнослужащих. Праздник также прошел и в одном из ресторанов быстрого питания. Там для ребят провели развлекательную программу и угостили вкусными подарками. Тем детям, кто не смог прийти на праздник по состоянию здоровья, подарки отправили домой. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев, Николай Епифанов. События.